Автор – Баетова Зарина Салбаевна. Категория – здравоохранение. Министру здравоохранения и социального развития Тамаре Дюсеновой. Добрый день. Я обратилась в связи с болью в ноге за медицинской помощью в НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане. Мне сказали, травм и ушибов нет. Возможно, растяжение или не так наступило на ногу при пробежке. Сказали обратиться в свою поликлинику. Там я попросила помочь. Может, могут принять меня, так как у меня боли увеличивались. Но у меня и не было финансов обратиться в частную клинику. В данный момент боль увеличилась. И от того, что нагрузка на вторую ногу, она тоже болит. В свою очередь хочу сказать, что в данную поликлинику с таким отношением я не ногой. И, конечно, найду возможность найти врача и получить лечение, но уже в частной клинике. Обращение пишу потому, что мне очень обидно. Зарина Салбаевна, здравствуйте. Министерство здравоохранения и социального развития сообщает следующее. Касательно организации и качества оказания медицинской помощи в городской поликлинике проводится служебное расследование. Руководству поликлиники дано поручение по недопущению впредь подобных фактов. Медицинское обслуживание вы будете продолжать в медицинском центре, так как у вас состоялась договоренность с руководством данного центра. В рамках новой госпрограммы мы скоординировали усилия всех государственных структур, которые так или иначе влияют на состояние здоровья населения. Впервые у нас стали реализовываться такие межсекторальные программы, которые направлены на снижение травматизма. Эта работа проводится у нас совместно с Министерством внутренних дел. Это вы, наверное, слышали. Созданы трассовые медико-спасательные пункты, межрайонные травматологические отделения. У нас развивается санитарная авиация. Эту работу мы начинали совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций.